Теперь Юлия, она вам расскажет про регистрацию на платформе. Всем привет! Регистрация стандартная. Сначала нужно нажать кнопку «Регистрация», затем вы увидите поле, необходимо будет заполнить это все, опять нажать кнопку «Регистрация», и вам на почту придет сообщение, которое нужно будет подтвердить. Здесь торг, потому что мы создавали команду «Мстителей» на платформе, как пример. Вы увидите это видео, если не разберетесь. Далее вам нужно подать заявку на мероприятие. Вот ваш личный кабинет. Вы заходите во вкладку «Мероприятия», выбираете нужный хакатон, «Навидрес», да, «Навихак», нажимаете «Подать заявку», и здесь два варианта. Если вы просто участник, неважно, есть у вас команда, либо нет у вас пока команды, вы нажимаете кнопку здесь наоборот. Сейчас расскажу про капитанов. Если вы капитан, то вы нажимаете кнопку «Создать команду». Соответственно, у вас потом появится поле, где вы можете указать, кого вы ищете в команду, название, прикрепить фотографию, компетенции перечислить. И у капитана команды будет вот такой вот личный кабинет. Во вкладке «Заявки команды» он сможет одобрять, подтверждать участников, которые будут к вам стучаться в команду. Да. Соответственно, если вы просто участник, если у вас есть команда, либо пока еще нет, вы нажимаете кнопку «Присоединиться к команде», и затем вы либо выбираете команду, которой хотите присоединиться, отмечая ее галочкой, либо просто пропускаете этот пункт и остаетесь одиночным участником, ждете, когда вас пригласят, либо потом уже сами сможете еще подать заявку. Вот. Ну и в конце вам придет, можно нет, повыше. Вот. И после того, как капитан подтвердит ваше участие в команде, вам придет на почту еще раз подтверждающее письмо, где вы можете принять либо отклонить участие в этой команде. Вот, собственно, пока все. Видео о чекпоинтах появится чуть позже. Там будет объясняться весь процесс прохождения чекпоинтов. Вот. Ну, все, спасибо за внимание. Если что, обращайтесь. Я есть во всех чатах. Юлия Ковалева. Вот. Удачи вам!